Отож, ми повернулися і рада представити вам наших наступних гостей. У нас волонтери форуму майбутнього Миколаєва Анна Ганжел, Юрій Євдокимов, Олена Діченко та Іван Макряк. Вітаю вас, друзі! Отож, для наших телеглядачів, можливо, хто ще не чув, не знає, що таке форум майбутнього Миколаєва, як він проходив, вам слово. Спасибо большое. Нам очень приятно быть сегодня здесь с вами и действительно поделиться нашими сопереживаниями, нашим участием и в какой-то мере, может быть, долей таких организаторских способностей, которые мы проявили на форуме будущего Николаева. И хочется рассказать больше о форуме. Форум действительно дает возможность и дал возможность николаевцам выразить свою точку зрения по поводу того, как же наш город должен развиваться. Помимо официальной части, там, где присутствовали очень много известных гостей, очень много важных спикеров для нашего города, я бы хотела больше рассказать о стратегической сессии. Ведь именно стратегическая сессия на форуме – это тот рычаг, которым николаевцы воспользовались и донесли свою точку зрения. Я думаю, что Лена меня дополнит по стратегической сессии. Она была хранителем стола, которая действительно работала с группами и может поделиться теми наработками. Ну, получается, у нас было 4 группы, 4 цвета, скажем. Было очень много желающих, поэтому были разделены ряды, чтобы люди между собой не пересекались. То есть люди выбирали направление и шли. У нас было 9 тем, и я являлась хранителем темы «Якість життя», «Качество жизни». Да, вот. У нас столы каждые 10 минут менялись. За этим очень внимательно следил Валерий Пекарь, вот, и, скажем так, честно говоря, я не ожидала, что будет очень много, мы знали, что проблемы есть, они накапливались, но мы не ожидали, что будет так много предложений, проектов и, скажем так, новых идей, да, очень понравилась активность и вот под ну как, поддержу Анну, действительно, спикеры, которые были на официальной части в концерт-холле «Юность», они были удивлены тому факту, что у нас очень много активных горожан, и не только молодежи, а у нас был, так скажем так, широкий возрастной разброс, то есть были люди похилого віку, и были молодые, и, скажем так, даже было очень много представителей элиты, депутатов, то есть все слои населения города пересеклись в юности, ну, благодаря и общей цели, идеи. Качество жизни. Чем оно изменится в Николаеве? К чему пришли? Ну, во-первых, это очень широкое понятие. Это и политика, и медицина, и социология, это все, что в себя в совокупности, это и является качеством жизни. Пришли к тому, что нужно меняться, нужно объединяться, нужно быть более и толерантным друг к другу, и идти навстречу. То есть сейчас, да, мы озвучим. Да, спасибо. Предоставляем вам дальше слово, чтобы узнать о вашей непосредственной работе. Мы знаем, что волонтеры – это непосредственные помощники любого мероприятия. На одном из интернет-изданий я прочитала, что на вас еще лежит ответственность по отчету всех принятых решений. Какая еще работа была на вас положена? Мы занимались абсолютно всем тем, что касалось проведения данного мероприятия, помогали с подбором места. На мне конкретно была регистрация, координация волонтеров. Это был, на самом деле, для меня такой не первый опыт, но очень интересный. И, возможно, даже очень много нового я для себя открыла в плане работы с людьми, организации. Впервые, под, можно сказать, под моим каким-то руководством получилось, слава богу, хорошо зарегистрировать большое количество участников. Не возникало, на самом деле, никаких форс-мажоров, потому что какие-либо ситуации, которые могли бы возникнуть, они быстро разрешались, благодаря тому, что у нас действительно была сплоченная команда. Как вы собирали эту команду? Клич, вы бросили клич в Фейсбуке. Да, в Фейсбуке, да, была сделана группа, вот в Фейсбуке у нас сразу появились модератор, да, который набирал, вот, и Анна, мы проходили еще обучение такое небольшое, да, мы собирались в 163-м, да, если я не ошибаюсь, кабинете в горсовете, да, Руслан приходил, и Александр Иванко, и мы там все вместе обсуждали,
Вот. Но я хочу дополнить Анечку. У нас, получается, воскресенье, это началось все, да, где-то в часов 8. Ребята все собрались. У нас было четкое разделение между волонтерами, кто чем занимается. Вот, допустим, Анна была в холле. Они отвечали непосредственно за регистрацию, за встречу. Были ребята, которые проводили гардеробное. И... занимались координацией, да, гостей. Да. А мы вот в зале встречались с Иваном и рассаживали гостей, чтобы всем было комфортно. Тогда непосредственный вопрос к вам. Иван, как для вас форум прошел? Ну, мне лично очень понравилось, так как очень занятное такое мероприятие в целом. Также очень много гостей мне, которых понравились их выступления, которые высказывали свое мнение по поводу изменения в будущем. Также мне понравилось то, что рассказывали именно конкретные вещи, которые действительно дали бы толчок в будущее. То есть вам не только как волонтеру, который имел непосредственное отношение к этому форуму, но и как обычному жителю города Николаева, это было интересно и познавательно. Да, действительно, потому что, как по мне, это был бы, наверное, самый определенный момент в жизни, когда люди хотят изменений, люди хотят видеть, что оно действительно в какой-то степени будет меняться, что это будет как... полет в космос, можно так сравнить, наверное, на данном этапе. Хотелось бы узнать, вот вы говорите о том, что будут изменения, было это рассмотрено, люди пришли к выводу, что изменения нужны. Не будет ли это, как обычно мы все привыкли, что поговорили, побалакали, сели и заплакали? Не будет ли это просто на словах? Будет ли это действительно на практике? Мы думаем, что нет, потому что помимо того, что мы эти все идеи наработали, мы теперь их все совокупляем в одно и делаем стратегию развития города Николаева. Потом эта стратегия будет обсуждаться и на сессии горсовета, и разрабатываться дальше. Поэтому я думаю, что это не будет пустыми словами, а действительно станет чем-то новым и очень полезным для города. Тем более, что более 1000 человек, можно сказать, присоединилось к этому событию, активных горожан, которые захотели что-то менять. И что-то... Теперь я, можно, да, еще добавлю? Не только горожан. У нас были гости с Первомайска, с Новой Одессы. То есть к нам люди приезжали, не говоря уже о Михо Саакашвили, правильно? Который просто зажег, да, Шеремет. И Михо, они, конечно, очень ярко, красочно выступили. То есть и у нас он, Михаил, еще провел аналогию, что, ребята, самая главная составляющая – это убрать коррупционную цепочку, то есть убрать лишние звенья, которые нам мешают. То есть вот эти ступени, которые лишние, вот, да, создаются там. Убрать все лишнее, оставить только нужное. И он еще аналогию провел, что, ну, вы же не ложите новые молодые огурцы в старый рассол. То есть давайте все старые огурцы мы съедим, и новый рассол, новые огурцы. Да. Хотелось бы теперь еще обратиться к вам, Юрий. Вы у нас немножко заскучали. Какова была ваша роль в работе волонтера на форуме будущего Николаева? Ну, моя, как и ребят, это призывать новых волонтеров, ребят, которые были заинтересованы в проведении данного типа мероприятия. Лично для меня это колоссальный опыт, поскольку такого масштаба мероприятия в Николаеве проводится впервые, как я знаю. Поэтому собрать такое множество людей в одном зале, которых объединяет одна идея улучшения жизни города Николаева, мне кажется, что это достойно уважения. И поскольку мы направлены не только на то, чтобы эти все идеи, которые были наработаны в рабочих группах, они не просто остались на бумаге, а были реализованы в дальнейшем. Поэтому сейчас эти идеи коммуницируются, и, как уже говорили девчонки, что будут представлены в горсовете, и будем надеяться, что все-таки активные граждане николаевцы будут реализовывать эти идеи в жизни. Я уже говорила о том, что ждут вашего отчета по этому форуму, где наши телезрители смогут увидеть именно отчет о том, что было принято, чего можно ожидать. В каком виде это можно будет увидеть? Ну, получается, я думаю, что будет в любом случае проходить пресс-конференция. Ну и, конечно же, так как мы собирали активных горожан, мы пользовались активно соцсетями, я думаю, что и в соцсетях будет распространяться информация о вот этой стратегии, которая будет наработана. Конечно же, это будет и сайт городского совета, для того, чтобы по максимуму больше людей узнало о стратегии и уже тоже начинало присоединяться на всех этапах, потому что если мы хотим жить действительно в цветущем городе,
в лучшем городе, то нельзя сидеть и надеяться, что кто-то за нас что-то сделает. Кто-то что-то порешает сам. Нужно непосредственно принимать участие. Конечно. Поэтому мы призываем всех тоже не становиться где-то осторонь, а присоединяться, активничать и действительно объединяться и быть активными горожанами нашего славного города. Просто у нас была небольшая проблема, как бы у нас создавалась инициативная группа актива города, да? Да. Это, да, получается, но, к сожалению, потерялась связь, власть, громада. У нас ошибка, это, кстати, прозвучало в проблемах качества жизни, у нас нет ячейки активных граждан, то есть у нас немає активной громады. И поэтому спасибо нашему новому молодому мэру и Руслану Рохову, который привлек в наш город, скажем так, помощь Канады, да, канадского посольства, вот они пытаются объединить громаду и власти, и вот сейчас мы здесь сидим, разговариваем, а процесс идет, потому что вчера, позавчера, сегодня ребята обрабатывают информацию, и у нас еще была самая наша активная волонтер, ее, к сожалению, сейчас нет с нами, это Аня Васикова, да, наша будущая мама, вот, она непосредственно принимала очень активное участие. Как говорила Елена, то, что у нас привлекалось инвестиции из Канады, у нас на данном этапе на повестке дня создается агенция по развитию города Николаева. Вот. Мы также надеемся, что вот эта агентство, будет как бы вот эти идеи, которые мы действительно создаем, они будут развиваться в этом агентстве. И также будут, я думаю, горожане активно использовать вот этот момент и также обращаться к этому агентству, которое, кстати, у нас выделяется, уже нашлось помещение под это агентство, кстати. Нам так поведали немножко такую секретную информацию, что это будет левое крыло горсовета нашего, и туда будут уже собираться люди, которые действительно хотят изменить. Которым не безразлично. Да. Можно, да, Ивана, дополнить? Просто Руслан Рохов говорил еще на пресс-конференции для прессы и для представителей дипкорпуса нашего, что мы сейчас обрабатываем... Агенция создана, создается костяк управления, который будет соединять, и вот ветви будут идти в народ, да, в общество. И еще сейчас очень активно вы спрашивали, обрабатываются все идеи, и топ самых активных, самых наболевших проектов, да, вот которые самые яркие, вот они будут осуществляться и дополняться теми идеями, которые не попали в топ. 5, 7, 3, то есть будет определяться, насколько граждане заинтересованы той или иной темой. Мы много говорим сейчас о том, что для того, чтобы изменить жизнь нашего города, необходимо начать с себя и принимать непосредственное участие в этих изменениях. Я знаю, что вы, Иван, готовите, ваша команда, небольшое мероприятие по улучшению нашего города. Я, наверное, обращусь ко всем жителям как и города Николаева, так и области. У нас на повестке дня где-то ближе к весне будет собираться ребята очень активных граждан, я думаю, также я привлеку общественные организации, с которыми, в принципе, непосредственно принимаю участие, в которых являюсь членом, на то, чтобы превратить наш Линский район, в Линском районе парк Дубки, вот, который наш многоуважаемый Александр Федорович Сенкевич начал, мы решили продолжить его традицию и довести дело до конца, то есть привести парк, очистить его и также помочь обустроить его в каких-то конкретных целях. У нас уже есть конкретно с ребятами наработанный план, и мы по нему уже надеемся в дальнейшем уже как бы делать. Хотелось бы узнать, присоединиться к этой вашей работе, потому что мне, как жителю, который непосредственно живет рядом с парком Дубки, интересно, как можно помочь по улучшению этой зоны? Смотрите, наверное, в моем случае я так подумал, что первое, что мы, наверное, начнем, это все-таки уберем сорняки, которые действительно там очень сильно накопились за последние, наверное, лет 20-25, может даже. Может и больше. Да, может и больше, но я точно не скажу.
Вот. И таким образом, я надеюсь, что это действительно в дальнейшем мы это уберем и будем, наверное, дальше, как говорится, обустраивать скамейками. И я думаю, также, может, привлечем как раз наших народных избранников в плане того, чтобы непосредственно тоже участие приняли, как вот каких-то, как, да, спонсорами, да, какие-то качели, может, там, или же горки. Чтобы вернуть этому парку былую славу отдыха. Да, чтобы люди действительно понимали, потому что у нас непосредственно находится рядом областная детская больница, вот, и детям действительно не хочется идти. У нас есть один парк, но он очень, конечно, недалеко находится, а тут буквально 5-10 минут от больницы, и я думаю, мамы будут рады, детишки порадуются, вот, да, и можно будет, если так, я думаю, парочку каких-то, я не знаю, таких заведений, где можно было бы детишкам посидеть, поесть мороженого, вот, отдохнуть на лавочке родителям. Вот. Достаточно серьезные такие планы. Да. Я благодарю вас, ребята, за то, что вы сегодня пришли, рассказали о том, как можно изменить жизнь в Николаеве, и, возможно, пару напутствий от каждого из вас, какие-то выводы по форуму, что вы хотите пожелать нашим телезрителям. Ну, можно начать? Да. Во-первых, хочу обратиться к нашим уважаемым телезрителям. Пожалуйста, николаевцы, любите наш город, он действительно прекрасен, он с большой историей, красивый город. Мы воплотим, постараемся воплотить все ваши пожелания, которые были озвучены на стратсессии. И вот увидите, если каждый потихонечку начнет с себя, то мы наш город превратим в конфетку. Вот. Прекрасен гранями бриллиант, давайте будем огранять. Вам слово, Иван. Наверное, тоже дам напутствие, чтобы наша молодежь все-таки не старалась как можно быстрее убежать из города. Я думаю, это самое, думаю, такой момент, потому что это жизнь в городе, это, во-первых же, в дальнейшем у нас также немножко добавлю много интересных мероприятий, связанных, кстати, на повестке дня тоже еще один проект стартует, Центр по трудоустройству студентов. Вот, мы его вместе с Валентином Анатольевичем Бельским планируем создать в совместном, скажем так, плане, как партнеры. И также я думаю, что это даст какой-то толчок для студентов, и я думаю, чтобы как можно скорее вернуть жизнь к городу, и это даст нам, скажем так, какой-то определенный трудовой ресурс. Вот. А по поводу форума, я думаю, пускай никто не старается все-таки уходить из нашего города, так как это наше все. Будем любить наше, да. Слово вам, Анна. Спасибо большое. Я бы хотела пожелать жителям нашего города действительно объединяться, быть открытыми и стремиться к тому, чтобы своими усилиями, своим большим желанием начинать себя и делать, действительно, присоединюсь к словам Елены, наш город лучше. В каком плане? Что нужно избавляться от нашего такого потребительского отношения, нужно начинать с себя, со своего двора, со своей улицы, и потом нам действительно все вместе будет приятно находиться и проживать в этом городе, и мы будем еще больше гордиться славным городом Николаевом. И напутствие от вас, Юрий. Спасибо. Но мне кажется, что стоит прекратить критиковать деятельность наших общественных организаций, наших депутатов, выступать со своими идеями, привлекать их, поскольку через интернет есть доступ к любой общественной организации, и можно в свободной форме изложить свои идеи. И стоит обратить внимание на те свои любимые места, которые можно, собравшись своими друзьями, своей семьей или своими жителями своего дома, и можно выйти просто облагородить ее на ближайших выходных. Тем самым мы внесем свою лепту в развитие нашего города и покажем, что мы не являемся байдужими громадянами. Спасибо вам, друзья. Действительно, не будем равнодушными, будем думать о своем городе как о самом родном. Ведь зачем куда-то уезжать, если можно сделать что-то хорошее у себя дома?